Жительница Астраханской области вызвала скорую помощь для своей больной сестры. На место прибыла бригада пьяных медиков. Женщина повторно вызвала скорую, потому что предыдущим медикам по причине их состояния женщина не позволила осмотреть больную. Каков же был ее шок, когда на повторный вызов приехала еще одна пьяная бригада медиков, а позже выяснилось, что пьяными были и водители машин. Женщина позвонила в дежурную часть отдела МВД и заявила об этом факте. Выехавшие для проверки инспекторы ДПС информацию подтвердили. Руководством поликлиник обе бригады отстранены от дежурства, а также в отношении медработников составлены протоколы об административном правонарушении.